Всем привет! Сейчас приготовлю очень легкий пирог. Сыр, яйца натираю на терке. Зелень порежу. Все перемешиваем. Добавляю майонез. Перемешиваем. Беру слоеное тесто, раскатываю форму 2-4 сантиметра. Выкладываю начинку. Сверху второй пласт теста. Делаю стаканом углубление, разрезаю. Делаю вот такие вот солнышко. Загибаем, мажем желтком. Отправляем в духовку на 25 минут 170 градусов. Пирог готов! Приятного всем аппетита!